Сегодня президент принял верховного муфтия Наурызбая Кажы Тагановича. Доложил о главе государства о благотворительных мерах, предпринимаемых религиозным управлением во время пандемии. По словам муфтията, в больнице бесплатно распределены аппараты искусственного дыхания и медицинское оборудование. Медикаменты для нуждающихся были озвучены вопросы создания исламской академии, строительства библиотеки ислама и теологии, формирования архитектуры мечети в стране в соответствии с казахскими обычаями.